касается не только Армении, но и всего постсоветского пространства. Москва делает так, чтобы быть другом России, это было словом синонима лузер. Что, как во внешней политике ты лузер, если ты за Россию, потому что Россия тебе не поможет, не поддержит, начиная от Донбасса и заканчивая любой Карабахом и Арменией. Так и во внутренней политике России, Молдавия, Армения, Украина, везде. Показывают, быть другом России, это означает быть лузером и вечно проигрывать. Вот что означает российская нынешняя политика.